Всем привет, с вами Женечка, и сегодня я буду играть с Сифу 15-ю в демку, которая вышла вот совсем недавно, да и сама FIFA выйдет уже совсем скоро. А если точнее быть, через 8 дней. Окей, давайте начнем. Играю я за Челси против Ливерпуля. Такое стандартное противостояние. И... Так. На самом деле, в FIFA я не очень умею играть. Поэтому, если что, буду я, наверное, тупить, потому что я дикий нуб в FIFA. Хотя, в далеком прошлом довольно-таки много задрачивался там и в восьмую, и в седьмую. Просто золотые времена. Так. Не смог ударить даже. Но FIFA 15, если судить по демке, выглядит довольно-таки превосходно. Потому что такая четкая атмосфера футбола, особенно вот английской премьер-лиги. Надеюсь, они, конечно, во всех премьер-лигах такое сделают. Там и в Бундеслиге, и в испанской. Ну и, конечно же, в российской. Как ее... Чех не вытащил бы. Или вытащил бы. Не знаю. Ну... Надеюсь, что будет также все четко. А, если сравнивать, например, с консольной версией, то на консольную версию на самом деле графоны не завезли. Ну, я сейчас говорю именно про версию PS3. Там не такой четкий графон, как на ПК. Но это, конечно же, ПК. И я не графодрочер, и у меня от этого не бомбит. Но я думаю, кто дрочит на графику... А особенно в FIFA у них просто пукан разорвет дико. Вот так вот. Конечно, если бы я не был таким бомжом и была бы у меня карта захвата, я бы продемонстрировал, чех тут вытаскивает. Давайте контратаку, Виллиан! Ну-ка, сам можешь, все! Ни хрена. О, он еще там и чуть и столкнулся. Это кто, Джонсон? О боже, или нет? Странный Виллиан. А, и все, Сеск вонючий. Блин. Что-то у меня как-то вообще не получается. Я, по-моему... Удары я на не... А, там удар! И 4 удара Ливерпуль! А, фу, чех. Я думал, там гол сейчас забьет. Давай, спилику это. Ох, ну-ка, вот он сам может все. Ведь может же. А, Аспиликуэта. Что-то как-то нечетко на самом деле. И еще тут, например, по сравнению с 14-й демкой, тут большой выбор команд на самом деле в демке. И мне... А, нифига себе, он меня сбил. И мне это нравится. Тут и Боруссия есть, и Челси, Ливерпуль, и Манчестер Сити на ему желтую карточку. И еще ПСЖ вроде бы. И это круто, то есть можно и даже в демку позадрачиваться, так скажем. Ощутить всю атмосферу FIFA 15 до выхода FIFA 15. Ну, конечно, те, кто дрочит на Криштиану Роналду, у них просто разорвет, потому что тут нет Реала. А ну-ка, Хазард! Блин, когда тут гол забиваешь, камера просто так трясется от зрительских симпатий. И такое ощущение, что прям реально прямую трансляцию смотришь или даже на поле находишься. Просто, ну, это особенно когда хозяева видно, вроде, когда гости забивают, это не особо просматривается. Ну да, вроде, когда хозяева забивают, там просто разрывает. И, боже, как же мне это нравится. Еще в начале игры состав... показывают, и комментатор называет нескольких игроков, ну, именно топовых игроков, которые, как бы, мировые звезды. Так, блин, я кого-то сбил, потому что там судья был нарисован. Нет. Я должен забить, и... чтоб камера потряслась, мне это нравится. Хендерсон. Хер. Блин, Ливерпуль в атаке. Что-то этот ублюдок долго мяч держит. А. Совершенно я не умею отнимать мяч. Нет!
Нет, чех! Что-то залагало. Все нормально. Чех все контролировал. Питер или Петр? Петр все-таки как-то более по-славянски, что ли. Так, Оскар. Рак, Оскар. Продать его в рабство надо. Давайте, Челси, на вас же Рома Абрамович смотрит. Он вас всех продаст, если вы не забьете гол в раздевалку. 5 минут, ни хрена себе. Хазард. Да! Что? Что было? Оскар! А, Оскар! Там на линии было! Это что вообще было? Я думал, я забил уже. Точнее, там пробил, и вроде бы защитник Ливерпуля сам скатил мяч в ворота. О боже, Виллиан. Ладно, угловой, и, наверное, потом в раздевалку пойдем, немного побазарим с игроками. Мне не нравится их игра, откровенно не нравится. Но хотя последний момент там просто был, наверное, 100% голевой. Танкист. У них так форма, не знаю, как-то играет, когда они идут. Ну, видно, что много реализма добавили EA в 15-ю часть FIFA. Еще вот четко немного так какие-то опасные моменты, ну, на повторах, как какой-то документальный фильм о футболе, что ли. Так вот, тут типа ты чё? Ни хрена себе он тут сбил. А, да, он желтую за это получил. Вот, да. Неплохо, неплохо все это. Ну, сейчас должны показать момент, где игрок Челси втащил. Вот! А, нет. Это уже момент удара Оскара. Блин, ну почему тот момент был капец какой опасный? Дерьмо. 52%, о, у меня больше владения мячом, но у них ударов больше. В створ и вообще так. Ну ладно. Потом замены делать не буду, потому что это бесполезно. Зачем заменять кривоногими кривоногих? У меня же нет тут ни Аршавина, ни Шатова, которые могут втащить. Да, это сарказм был. А! Я ему так в подкат кинулся, пенальти? Нет, 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 все нормально. Все нормально. В атаку, в атаку. Виллиан, нет, я Виллиану не доверяю, он сам ничего не может. Ну, конечно, офсайд, я так и знал. Сейчас еще рожу судьи покажет, он так сделает ухмылку, нет. Тут на самом деле сделали, вот когда офсайд, и судья стоит, так флажок держит, ему так ухмылку на лице. Правда, только одну я видел. Он все время ее повторяет так правым глазом, ну или левым. По-моему, правым так чик, подмигивает. Это круто, но если бы еще больше ухмылок было бы. Я думаю, если в основной версии игры будет вот эта ухмылка, она меня просто бесить будет. Потому что дикое однообразие. Ну, конечно, реализм, это круто. Пока что это можно отнести как плюсом на первое время. Так, Коста! Ой, что-то слишком как-то говёно пас дал. Чертов фиолетовый вратарь. Да, он фиолетовый, а не розовый. Тут вратари просто тащат, но особенно у компа, вот, нежели у игрока ни хрена не тащит. А, тут можно эту за принимающего играть, когда стандартное положение. Аут или этот, как он, угловой, ну или штрафной тоже. Это четко. Ну что ты делаешь, Ламберт? Ламперт или как-то так. Блин, у меня еле-еле получается отобрать мяч. Боже, что-то какой-то сильный Ливерпуль вообще прям. Сеск. Коста, ну-ка сам можешь, все! Ведь можешь же! Ну ты не гений. Так, и заставил их вынести мяч. Наверное, пора сделать замену. Тем более, по владею мячом я же проиграю. Коста меня задолбал. Торрес или Драгба?
одинаковых. Old School, Дрогба, легенда. Просто легенда Челси, поэтому. Хазарда заменю, он уже устал. Ну и Рамироса. Сразу три замены, потому что время тут очень быстро идет. Всего 4 минуты, тайм. Поэтому я долго не буду думать. Сразу три замены, пускай они рутся в бой. Там Дрогба, Рамирос и Щурли. Так, скажем, моя маленькая дивизия. Так, Сеск. Блин, Сеск тоже устал, капец. Дрогба! Надо было с ноги пробить. Ну что ж ты с башки своей тупой. Побегай немного. Оскар. Ну-ка, Оскар, ну ты гений! Дрогба! Ну, там в подкат бросился какой-то ублюдок. Поэтому Дрогба не забил сейчас. Но я хочу, чтобы камера тряслась. Теперь у них замену. У них Стерлинг Найт ушел. Просто Стерлинг. Ух ты, Иванович! Иванов. Ну, почему назад пас там набегал вроде Щурли или кто это? Он же набег... Что за говно? Я Щурли хотел отдать пас, а не Санму. Кому он там? Оскару или... Нет, по-моему, Сеску. О, боже. Так, Оскар. Давай, Дрогба, тупой! Ну что ж ты? Ну, бежать надо было. Конечно, офсайд мог быть, но... Ну не стоять же, не бегать рядом с Оскаром. А, нет, нет. Конечно, забить главное, но еще самому не пропустить. Все-таки в этом матче решается... Ничего, это же товарищеский матч. Шурли! Ну-ка сам, Фриц, можешь. Фашист. Потому что не забил. Так, блин, они там втаскивают по владению мячом. Хотя мне кажется, что я больше владею мячом. Он там толкнул жестко. 3 минуты давали. Нет, вообще безголевая игра. Говно игра вообще. Видно, я нуб. Ни одного гола. Вот это просто неинтересная, скучная игра. Сколько еще будет таких в FIFA? Все. Можно поаплодировать такому скучному матчу. Окей, классика. Классика, классика. Я не хотел соглашаться на ничью, поэтому я разорву этих ублюдков в дополнительном времени. Ну или, конечно, по пенальти. А по пенальти я бить вообще не умею. Там давным-давно в 7-й или в... 9-й в FIFA умел, тут начиная с 13-й вообще не умею. Или с 12-й. Уже забыл, как давно это было. Я не знаю, у кого сил больше осталось, хотя у Ливерпуля 5,5 звездочек, у Челси 6, поэтому не знаю. Блин, Дрогба! Дрогба, ну что ты за рак, а черный нигер? Блин, бежал, бежал, спотыкнулся об игрока Ливерпуля. Щурли. Плохой пас на Оскара. Отвратительно, я бы сказал. Блин, будь я Романом Абрамовичем, я бы продал такую команду, не знаю, какому-нибудь Ростову. Или Кубани. Нет! Чех втащил. Нет, 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 главное не пропустить, Чех, Питер! Ну да что, зачем ты выбил мог поймать, а сейчас уже первый тайм дополнительного времени кончится. Прям какая-то, не знаю, заварушка тут у штрафной лондонцев. Ну-ка, выбить нахрен мяч! Все, ну там Щурли еще бежал, ладно, все, первый тайм дополнительного времени кончен. Хардкорная игра. Капец, они меня по ударом поворотом дергают, я в шоке. У меня есть Рамирес из Modern Warfare 2.
Но он, кстати, выжил, да, Рамирес выжил. Ох! Ну что такое? Они падают и падают. Какие-то кривоногие лондонские игроки. Абрамович явно надо их продавать. Нет! Нет! Нет, нет, нет! Питер! Питер! Нет! Ну блин! Ну камера не трясется. Ну нет! Блин, до конца осталось вообще мало времени. 11 минут игрового времени. Это вообще, не знаю, минуты 2 реального времени. Я пропустил! Давай, Оскар, ты... Ты лучший. Ну блин! Ну блин, нет! Я не хочу проигрывать, господи! На кону стоит моя, не знаю что, личная гордость какая-нибудь не проиграть в демке товарищеский матч Ливерпуля. Ну-ка, сам Шюрле! Нет, ну почему у него через очко вылетело? Ну блин, уроды. Да, он еще улыбается, чертов козел. У меня нет времени испытывать нововведение. Ну блин, а Спиликуэта. Нет, ну почему такие кривоногие? Господи, нет, одна минута, нет! Нет, я не хочу проигрывать! Нет! Там сейчас добавят одну минуту, нет! Это последняя атака, нет! Пошел ты нахер, козел! Нет! Не почему? Я поплыл. Да козлы вы, да, нигер, ты свои ладошки показываешь белые. Хозяину будешь показывать. Ну почему? Я ж тащил. Аж ворота там, не знаю, чуть не снеслись. О боже. Даниэль Старич, Даниэль. У меня сейчас Пелико эта травма получил. Да нахрен его на лесоповал. Рак. Вот я и всрал. Что этот ублюдок бородатый радуется. Радуйся, пока можешь. Всем пока. Фифера ковал, женщина. Это был, не знаю какой, отвратительный матч. Всем пока и удачи, это была демо-версия FIFA 15.